Всем привет. В общем, операция Крот была провалена. Крот ничего не понимает. Триммера не слушается, он для него не опасен, видать. Продолжает рыть. Это шланги для меня, игрушки. Хорошо, будем делать операцию номер два. Возьмем шланг посерьезней и двигатель побольше. Поехали. Так получается, что 40-миллиметровая канализационная труба только-только входит в выхлопную трубу автомобиля Daewoo Nexia. И серый скотч, который намотан чуть толще трубы, если плотно ставить трубу, то герметизирует соединение. Соответственно, сейчас я шланг приготовил, и толстый конец будем вставлять в нору. Сейчас покажу. Что будет, вставим и минут 5-7 повыкуриваем крота. Будем все-таки его выгонять с нашего участка. Ну, моторчик на Nexia побольше, ну, пусть постоит подольше. Ну, сейчас немножко погазую, чтобы давление газов было выше и они прошли дальше по норе. Ошибку как с триммером делать не буду, пусть машина стоит дольше, тарахтит, все-таки работает спокойно на холостом ходу. Триммер, если честно, жалко. Кто-то мне писал в комментариях, что минут 15 триммером газовал в нору. Ну как бы, мне жалко триммер, машина пусть лучше спокойно стоит на холостом ходу, спокойно работает. Ну и соответственно будем добиваться результата, пока крот не перестанет ходить. Сейчас еще минут 5 протарахтит машина, потом перееду в другое место и тоже прогазую нору. Вот нора находится в нескольких метрах от той норы, в которую вставлен шланг. Явно чувствуется запах выхлопных газов. Сейчас поставлю камеру, пойду показываю, а вы посмотрите, идет дым или нет. Буду монтировать видео, посмотрю, шел дым или нет. Из машины далековато, конечно, ничего не видно. Сейчас перееду и буду дальше прогазовывать новый. Продолжаем операцию. Надо чуть-чуть назад дать. Отлично, процесс пошел.
добавим оборотов, чтобы кроту больше понравилось. Снова подойдем к норе, которая расположена в нескольких метрах. Я показываю, а вы посмотрите, идет дым отсюда или нет. Ну, на сегодня, думаю, хватит. Буду наблюдать, смотреть. Если что, все-таки выкуривать больше его будем автомобилем, а не триммером. Может, кто-то из вас посоветует что-то более дельное, чем выкуривание выхлопными газами. У меня есть, в принципе, капкан на крота. Можно попробовать поставить его. В общем, будем. Если не отравим его выхлопными газами, не прогоним, то будем пробовать ловить. Я думаю, будет интересно посмотреть, будет результат от ловли его или нет. На сегодня все. Кому понравилось, ставим лайки. Всем пока. Спасибо за просмотр. Вот весь процесс. Выхлопные газы идут по трубе сюда. Ну и на данный момент вот соседи на ре, они очень неплохо вылетают. На машине аж вентилятор сработал. Нагрелась бедняжка. Поищем где-то. Вот тут норы были. Смотрим, до сюда у нас идет или нет. Здесь ничего не чувствую. Ладно, подождем денек другой, посмотрим, будут свежие ходы или нет.